Согласно новым правилам, в польском городе Гдыня в общественных местах все обязаны носить маски. От городского транспорта этого не требуют, однако местные автобусы тоже присоединились. Цель – вдохновить поляков соблюдать новые правила для сдерживания эпидемии коронавируса. Это немного забавно, послание в легкой форме. Но сейчас нужно говорить об этом. Любая идея хороша. Часто приказы и ограничения действуют хуже, чем деликатный подход с долей юмора. Маски надели пока только на 2 автобуса. Если эффект будет хорошим, компанию расширят. Мы подготовили 2 маски. Одну надели на 141-ю маршрутку, а вторую на большой автобус маршрута R. Они в них проездят не менее 3 дней, а дальше посмотрим. Пошила маски одна из сотрудниц автобусной компании. Масочка повставала 2 дня, Свят Великоносных. У меня ушло на это 2 пасхальных дня. 6 метров ткани и 1 метр резинки. Пыталась сделать их такими же, как у людей. Это версия XXXL. Ну, то есть, дуже версия XXXL. В Польше более 7770 случаев заражения коронавирусом и более 290 смертей. Это сравнительно низкие показатели по сравнению с другими странами Европы. Впрочем, и тестов здесь проводили не так много. В соблюдении карантинных правил поляки достаточно дисциплинированы. Я уж мам дичай хиба другу чи третю выменю. За сегодня это уже моя 2-я или 3-я маска. В них очень жарко, не очень приятно, но это не так важно. Когда вижу, что мои покупатели трогают маску руками, я тут же говорю им, как ее правильно надевать, чтобы она играла свою роль. После использования ее нужно постирать и погладить. Польша планирует начать ослаблять карантинные меры с 19 апреля, в том числе откроются некоторые магазины. При этом границы страны останутся закрытыми до 3 мая.